Ну что, надо брать тачку, ехать, сохраняться, потому что мы сейчас погулялись, очень хорошо погуляли, повысили выносливость. Так, при полицейском нельзя, при полицейском нельзя. Чтобы нас никакие гады не подстрелили. Сейчас спокойненько на тачке доедем, сохранимся. Радио отключаю, потому что YouTube за музыку банит. Так, сейчас, подожди, сфокусируется камера, давай. У Куплинова прохождение, это Сан-Андреас, правда, он как-то иронично ее проходил, не слишком с большой любовью, тут я с ним не согласен. Мы-то с тобой проходим с большой любовью, потому что игра реально достойная. Вообще, наверное, одна из лучших компьютерных игр за всю историю этого жанра. Вот, так у него все прохождение куда-то делось, я так полагаю, что, наверное, его забанили за музыку. Но это меня радует, я же сам музыкант. Меня радует, что музыка в такой цене оказывается, что стоит тебе там, я не знаю, какой-нибудь трек прокрутить, так все, тебя закрыли. Ну что, мы напрямую... А, извините. А, вот мы уже здесь, все. Классно, видишь, светает, 6 утра, как раз мы сейчас приедем домой, отоспимся. Так, знаешь что? А, сейчас пересохранюсь просто и все. Сохранюсь, и здоровье поправится. Ну, потому что дома пришел. Вот, давайте я, знаешь, как люблю подъезжать. Вот так, здорово, друзья. Все, мы на месте. Ладно, закройся, гараж. Какой тут гараж, нафиг. Смотри, сейчас мы зайдем в дом. Нет, звука не слышно, как она взорвалась. А сейчас мы выйдем, смотри, сейчас сохранюсь, и будет отстов от нее валяться. Вон, гляди, смотри. То есть тут связь. Она остается, вот, смотри. А, нету. Ну, блин, ну ни хрена. Вообще часто бывает, что она остается. Ну что, день деньской. У нас еще есть 8 минут поиграть. Так, а собственно говоря, на дом Сиджей это мы залезали с тобой, нет? Дай попробуем забраться на сам дом Сиджей. Так, сначала на эту крышу. Ну как вот, я не знаю, владеть домом, да, своим, и у него на крыше не побывать. Вот я сейчас в доме сижу, я на крыше не был. Но тут, правда, крыша по ней не похожа. Но по веранде, вот крыша веранды, по ней можно походить. Я, знаете, что думаю, о чем я мечтаю, что когда у меня будет большой дом, такой большой-большой дом, я буду по крыше разгуливать. Ходить так по-хозяйски, вылезать. И вот именно вот это ощущение, что ты вылез на крышу своего дома, понимаешь, что ты его... на нем ногами стоишь. О, хороший вид на двор, да? Что, отсюда спрыгну? Подожди. Спускаемся так. Нам уже гараж открылся, главное. Давай, выпусти меня за борт. Так. Здесь мы везде уже ходили. А давай посмотрим, какой вид с моста. И, кстати говоря, вот этот дом райдера, да? Наверное. Потому что вот эта его тачка. Это его кепка, а это его следы, как сказано в секретных материалах. Вот, это что, кроты прорыли? Офигеть, да? Слушай. Вот здесь, наверное, есть эти граффити, я так думаю. Должны быть. Ничего нет, а с той стороны. Во, граффити, давай закрашиваем. Вообще, неплохо было бы, что... Когда мы тут гуляем с вами, да, по ходу этих прогулок все граффити закрасить. Будет хорошо. Давай немножко вот тут еще походим. Я, кстати, сейчас не понимаю, в каком я направлении иду. Знаешь, что вообще самое чудесное в жизни, это пойти, куда глаза глядят. Мы сейчас вот реально этим и занимаемся. Вот такие маленькие домушки, ну смотри, какая обстановка классная, да. Калифорния, пальмы. Такой чистенький асфальт, ходишь по нему просто в тапочках, как дома. Чё, можно и в таком маленьком доме пожить.
нормально вот здесь так сел на веранду, сидишь, плюешь на все. Нормально, я считаю. Только если не ездить в так называемый даунтаун с этими уже жуткими небоскребами. То есть это даже здесь неприятно. Так, подожди, смотри, вот здесь, здесь, здесь. Какой-то из этих домов у нас будет потом собственность. Так, секунду, сейчас сфокусируется. Ну что, ладно, давай зайдем в спортзал, посмотрим, что там. Немножко покачаемся в спортзале и потом пойдем уже домой. Сейчас у нас уже время. Нам уже время спать. Да, смотри. Давай либо боксу поучимся. Нет, давай вот это я люблю. Смотри, то есть Enter, да, чтобы использовать тренажер. Нажимаем. Тут, если сразу большой вес взять, он не поднимет. Я думаю, 45 килограмм. Нормально. Так, и что он здесь, по-моему, мышка пробел. Пробел L Command. Сейчас, ребят. Не поднимает. Не поднимает. А потом, когда он накачается, он будет вообще самый большой вес поднимать. Сейчас давай отойдем. И снова зайдем. 27 килограмм возьмем. Нормально. Сейчас он как раз покачается несколько минут, потом ему скажут, что хватит. То есть сразу накачаться нельзя. Боюсь, что стол будет трястись. О, сейчас, ребят, я просто ковыряю эти кнопки яростно. Где-то он раз 30, наверное. А потом, когда мы его уже полностью накачаем с вами, оденем уже его по-человечески, не в трусы, в сердечко, а наденем так, как мачо такой будет ходить. У нас вообще ковбой прикольный. И, в общем, будет круто. Короче, с голым торсом его оставим. Вон, видишь, как мускулы растут? Ну, где-то штук 30 раз, а может 50. Ну, что очень правильно сделано тут разработчиками, что все не за один раз. Именно, понимаешь, то есть как вот, все как в жизни. То есть мы здесь вообще с тобой фактически живем в этой игре. Вот что круто, понимаешь? И, кстати, хочу сказать, что вот эти окна, видишь, светлые, да? На заднем плане. Это потому что на улице светло, когда стемнеет, они потемнеют. Но все-таки я, конечно, веса взял. Но уже устал. Лишнего веса взял. Ну ладно. Где-то, наверное, под 50 раз, я помню. Думал, что 30, но, видимо, под 50. Все, видишь, на сегодня достаточно. 43 раза. Запомнили, сколько, да, 43? Посмотрим, сколько в следующий раз. Наверное, в следующий раз 50, я так думаю. Все, пошли сохраняться. Потом еще боксом научимся. Он боксер. Бокс, кстати, я обожаю бокс. Потом я еще... У меня много есть на канале, на моем джинсовой жизни. Про бокс, знаете, я люблю исключительно, смотрю боксерские матчи, когда комментирую Гендлин, Владимир Ильич Гендлин. То есть я бы вот это сочетание Владимир Ильич, я бы только вообще ассоциировал исключительно с Гендлином. Понимаете, то есть так же как определенную дату, столько с Твин Пиксом. Что у меня в посвящении Твин Пиксу, у меня заглавное видео, если еще посмотришь. Сам все поймешь. Вот как раз у нас минута осталась играть. Сохраняемся, идем спать. Потом я говорю, что и переоденем его. Побегали так, в трусах, сердечко, нормально. Стёб — это прикол, это укол. Поэтому чаще всего, если ты прикалываешься, то прикалываешься над кем-то, над чем-то. А значит, в какой-то степени делаешь этому хуже. Причиняешь боль. А этого делать нельзя.
Все, друг, спокойной ночи. Пошли спать.